Российская армия потерпела тяжелое поражение в районе села Тоненькое под Авдеевкой. Эту местность Россия штурмует уже целый месяц с тех пор, как захватила Авдеевку. Российская армия пытается идти дальше, но практически так и не смогла продвинуться. Продвижение идет на какие-то сотни метров, но каждая сотня метров дается России очень дорогой ценой. Из-за ряда таких неудач и тяжелых потерь российские военкоры и военблогеры снова впали в уныние. После захвата Авдеевки у них наступила такая эйфория. Они кричали, что сейчас, мол, фронт посыпался, Россия пойдет дальше. Сейчас у них снова наступила такая стадия уныния, и они опять запричитали, стали жаловаться на командование и требовать чисток.